Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Всем еще раз привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему мы, Good Hunt, Light of Heaven, и это по-прежнему гранд-финал квалификации к International 4. Азиатский регион и Arrow Gaming против MVP Phoenix. 1-1. По картам, пока вообще не ясно, кто здесь будет лидером, кто поедет в качестве основного участника, кто поедет потягушки делать. Пока ясно, что, по идее, поедет Войт у нас. На International, потому что... На International едет Войт. Потому что две игры он стабильно выиграл. Да, видим мы, как у нас азиатская сцена начинает делать для себя открытие в плане пиков и, наверное, в плане всего остального, потому что если они там в первой игре пикают полный трэш и понимают, что их законтрили, то во второй игре такие: опа, смотри, как у них воет. Ты видел, как он нас смесил? Давай возьмем его. И фурена сверху. И в итоге все отлично дошло. Да, у нас происходит вообще, в общем-то, отличный у нас выход в сторону вомбо-комбо, потому что все команды понимают, что вот этими там тремя-четырьмя кэрями много в игре, ну, ты не сделаешь, и нужно обязательно кастеров для себя набирать. И в итоге Arrow Gaming это набирает. Начинают они выход с мобильности, это Furious and King. Фактически ты этими героями можешь делать что угодно, там идти в лес, роумить, там дабла, трипла, туда-сюда. И будет нормально. А MVP Phoenix пока делают, ну, как по мне, такую не самую обычную комбинацию для себя. Это Viper, Shadow Demon и Kentaur. Dazzle третьим пиком, вот тогда уходит для Arrow Gaming. Мне вот нравится комба Shadow Demon плюс Kentaur, особенно если они изначально вместе участвуют, просто астрал туда по голове топором, нормально. Очень много дэмэджа. Вот у нас связка использовалась 56 раз, но винрейт у нее очень маленький, 41%. Да, я бы объяснил почему, потому что это хорошо работает, когда вы идете на линию комбинации Shadow Demon Kentaur. Но если у вас начинается late game, то вот этот все думают: да, у нас есть Shadow Demon, он пойдет вперед. Когда вот ряд, когда Shadow Demon идет вперед на пятерых и инициировать, это уже можно. Это уже значит, что в игре происходит что-то не то, потому что его завалить очень легко. Связка Dazzle, Furion и Kentaur использовалась 4 раза, но один раз всего у них получилось победить. Да, но у нас пока нету ни одной связки. Да, вот Dazzle, Sin King и Furion, мы видим, что вообще 0% винрейт, и ни разу не пикали. Один раз ее пикали. Да, один раз ее пикали, она проиграла, ни разу не выиграв. Хотя по отдельности у героя все хорошо. Sin King пока лидирует у нас по количеству винрейта. Visage, 5 матчей, 60% винрейта. Очень сильный саппорт, я считаю. С фамильярами, может и сам себе где-то что-то подфармить и подпушить лишний раз. Ну и дизейбл неплохой. Да, и вообще это из саппортов, это один из самых сильных героев, как в плане второй кэрри. Если этот герой пакуется, причем пакуется он, допустим, очень жестко, там, на Кирасу, Хекс, как у нас любит, АУИ 2000, то он реально разрывает кабины противнику. Ну и Найкс. Найкс от Arrow Gaming. Вот это уже интересно. Ну, Бомбинфест, в принципе, будет с Санкингом, если получится у Кинга вывести из леса Дайгер. Ну, Санкинг это Бомбинфеста хороша только на ганг. Пока нету Бомбинфесты вообще вот на замес, потому что Санкинг, вот который врывается в пятерых с ульта, это прохладная история. Обычно, ну, обычно такого не происходит. Обычно, потому что, скорее всего, Санкинга ворвется Кентавр и даст ему стан. Тут вот пройдемся немножко по банам. Вот интересно то, что баны у нас все те же. То есть Arrow Gaming стабильно дает респект в пользу Death Prophet и Трента Протектора. То есть не любят они этого героя. Но MVP Феникс помнит Тинкера. Тинкер Ancient Аппарата. Вообще таким образом, знаешь, так подумаешь, и скоро у нас начнут банить Тинкера. И вот на инвокере показывают нам стату у DDZ. 8 матчей, 87% винрейта. Жесткий тип.
очень жесткий тип. И очень жесткий герой. Который вообще может все. Все что угодно в этом мире. И вы не поверите. Вот вы не поверите, но забанили Сларка. Того самого. Да, ужасно. Вспоминая Terrell Gaming, что вообще, да, MVP Феникс сделали вот в первой игре, что там что вообще вы? Могло их убить, да, в итоге это оказался Сларк. Ну и в целом по игре можно сказать, да, что Сларк, он действительно был хорош, потому что Фурион он может находить, гонять, когда будет иметь какой-нибудь там Лотар, Башер. С Наиксом он бы ладил хорошо, ну и вообще он двигался бы свободно, потому что мало станов, и MVP Феникс, наконец-то они делают хорошие пики, надежные для себя, это Луна. Он у них уже был в этом году, и не пошло, вот один пик Луны за и винрейт 0%. Ну, я думаю, это было где-то на Старладере, потому что там вообще как бы... Винрейт их не особо... Винрейт их не особо волновал на тот момент. И у MVP хорошая связка. Кентавр, Вайпер, опять у нас супер жадный пик для MVP Феникс, и Arrow Gaming это нужно наказывать. Arrow Gaming нужен герой, который сейчас будет просто бегать и инициировать и всех этих героев убивать. И это Пак или Шторм Спирит. Вот будет вообще самый лучший вариант, потому что... Аланая не подойдет? Не, вообще никак не. Мне нравится Аланая, смыл тот. Мне она вообще не нравится, потому что на нее просто бегут все эти герои и убивают ее. И Панда, вот это тот самый у нас будет инициатор, хотя не самый, наверное, лучший инфесбон, расскажем вам сразу, но это усиливает замес. Усиливает у нас Arrow Gaming замес настолько, насколько это возможно. Лейтгейм у них очень слабый относительно MVP Phoenix, и нас ждет агрессия на ранней стадии, причем агрессия будет идти до упора. У Arrow всегда должна быть агрессия, потому что сам сказал, если они до 20-й не выигрывают, можно вот типа 19-57, и знаешь, так медленно, как в кино, вот этот отчет. Цик. Итак, good game, типа 20 прошло, не выиграли. Поэтому, я не знаю, ну, да, ты прав, агрессия будет, у них мобильный Фурион, у них есть Санкин, который ранний дагер вынесет и сможет там что-то где-то подмутить. Единственная у них слабость, вот такая явно очевидная, в который раз мы эту слабость видим, это то, что у них дабла Санкинг Найкс. Это два героя, которые не слишком сильны на первом левеле, и MVP идут в лес. Они идут в лес, понимая, что Санкингу нужно заблочить все пулы в лесу. Это во-первых, а во-вторых, не дать Фуриону возможности уйти также в этот в лес. Если сейчас MVP это сделают, то будет все очень жестко для них на данный момент. Кажется, они идут просто синициировать. Если честно, с Shadow Demon'ом это можно провернуть. Но... Поэтому сейчас, если кто-то подставится каким-то чудом... Страшный вард. Вард, который будет показывать Кентару, где находится противник. И вард, который очень тяжело заблочить, потому что если заблочить эту нычку, то просто саппорт в виде дазла, он станет здесь и не будет давать Кентару подойти к крипам. Ну а Санкинг, он процентов 90, вот он просто свалит свой в лес, поэтому где-нибудь еще желательно поставить вард, но нет, сентрей нету, сентрями они лес не заблочат, и пока у нас, да, более-менее, будут обеспечивать Кентавру вижен для противника, для того, чтобы Кентавр стабильно видел прохождение по игре. Все закупились, вообще мне, знаешь, нравится эта мода, Фурион сапог, Санкинг сапог, Кентавр сапог, и я ожидаю, что, не знаю, в один момент там какие-нибудь, знаешь, ДК или Нави просто придут на них в хардлейн, какой-нибудь там триплой а-ля Шаду Демон Визаж Кентавр, кинут дизрапт, и вот эти твои сапоги, они дадут о себе знать в нужный момент. Не, ну я же говорю, сапог на Фурионе стал в последнее время моднявым. Ну, с Фурионом это нормально, потому что Фурион хотя бы бегает, может там гангать, прилетает, бить с руки, то есть это адекватный артефакт. И если он стоит один в один, то он еще при этом рашит фаст фейзы. Да. Кстати, вот смотри, Луна тут бьет, получает по лицу, хочет она отконтрить выход Фуриона. И, кстати, более-менее у нее это получилось, потому что сейчас она будет бить крипов. Фурион под тавер вообще его в итоге почти ничего не вывел. Крипы от него просто убежали. И при этом можно будет перепулить сюда, если крипы умрут. То есть, ну, вообще... У нас Луна умница, Луна отличница. Да, у нас тут встречаются крипы, но встречаются они не так далеко. Сейчас при этом вот эти крипы пойдут под тавер. Вот это уже очень интересный момент, и этот фарм нужно будет забирать. Тут Луна у нас разрывается просто. Идите сюда, мои хорошие. Ну и в итоге у Фуриона все на самом деле получилось более-менее здорово. Лайн сейчас будет пушиться, Лайн будет пушиться под тавер. Вот этот пул у нас свободен, то есть он сможет его спокойно пулить, если не будет Шадо Демона. Но Шадо Демону будет тяжело мешать, потому что все, что надо сделать Фуриону, прилететь, куда он хотел лететь. Подожди, ну Луна вот сейчас... Выход на Кентавра. А, я понял, выход на Кентавра. Выходит на Кентавра, у нас застанили Кентавра, и Кентавр умер. Даже вард не помог Кентавру, вот даже он. И, кстати, неужели этот вард блочит нычку? Посмотри, крипов нет.
Неужели он его может, получит? Может, отвод был? Ну, может быть, был отвод, да, кто его знает. Но... Я просто не посмотрел за этим, но то, что умер кентавр на линии, где у него есть вард, это очень неожиданно. Ситуация простая. Ты кентавр, против тебя Найкс. Найкс кинет в тебя вунды, ты умер, все. К рипам можешь не подходить. Отличная ситуация. То есть, ну, дефолтная ситуация для хардлейн кентавра. Да, который... действительно, вард блочит крипов. Да, да, то есть, кстати, на самом деле, очень крутой вард. Такой вард я, на самом деле, слушай, давно не... Слушай, SN3 блочит? Ну, может быть, SN3 блочит. Вот его этот, скорее всего, блочит. Кто его знает, да, но это уже надо будет разбираться. Кто... Увы, по вардам я не такой у нас жесткий аналитик. Как кто-то там... Тут у нас Фарион старается запулить крипов, Шадо Демон это видит, но абсолютно ничего не делает. У нас в итоге пул в итоге не заблочен, крипов он не выпалил, и Фарион тоже занимается какой-то фигней на Харлейне. И там Кио Визажа еще сейчас кентавр может... Так, а что это было? Это был выход на курицу. Да? Да, ну у нас Визаж забрал курицу, но панда забрала Визажа за такой момент, поскольку у нас Визаж стоит сверху. Там еще и кентавра убили, я же тебе говорю, ты посмотри, где он погиб. Ну, вот здесь! Не, ну кентавр, да, с хостой он также, он бежал за курицей, его мне тут сделали погромче. Хант, надо будет внимательно следить за этими безумцами. Ну, я не ожидал кентавра увидеть под Т3 на 2.5 минуте. Он сильный кентавр, он, в принципе, имеет большое количество хп там и так далее, но... Но панте отдали даблкил по итогу. Да, не стоит забывать о том, что это мидер. Мидер, который с получением 6 уровня может навести огромное количество шухера. Да, ему при этом еще дали огромное количество экспы, и панда у нас сейчас имеет 5 левел, в то время как вайпер 4. То есть вайпер вообще должен эту панду убивать, и вайпер эту панду убивал. Но из-за того, что сейчас панду подфидели, все будет просто замечательно у этого героя. Фурион у нас тем временем стоит в терпа этого 2 левела, у него нет маны, и прямо сейчас нужно лететь на фонтан и вызывать новых пеньков, ну а снизу все замечательно. На икс рефармит. Да, причем фрифармит там здорово. Тяжело будет MVP на ранней стадии выигрывать замес. Представь, на тебя прыгает панда, на ней из нее вылезает 3 панды, за ней еще вылезает Найкс, эти 4 героя начинают кого-то фокусить. И только Shadow Demon может спасти твою ситуацию. Вот. На самом деле тут еще не повезло тем, что... Ботл-то остался у Брюмастера. То есть Куру могли убить с ботлом, да, тогда у мидера вырисовываются некие проблемы, ему трудноватенько там как-то регенится, и возникают трудности в состоянии на миде. Сейчас у него есть ботл, он сможет контролить руны, он сможет восполнять все хп, здоровье, там ману, и как бы вот эту минуту 30 до куры он переживет в любом случае, ничего страшного не будет. Просто мы с Каспером комментили игру, и там у СФа в начале против Ланая отобрали курицу, и в ней был ботл. И у него игра закончилась, по сути. У него как было 4 крипа, прошло 3 минуты до курицы, крипстатс не изменился. Ну что, продолжаем мы игру. 3-0 в пользу Arrow. Агрессивный пик, как ты сказал, он уже начинает работать, очень даже неплохо. Поэтому... Да, абсолютно юзлесс, пока у нас чувствует себя кентавр, потому что он не может уйти вообще никуда, и при этом его команда не создает никакой агрессии сверху, то есть они не могут запушить, они не могут выйти в центр адекватно, потому что саппорты, ну, все время развлекаются Фурионом, и Фуриону они ничего не могут сделать. И по итогу у нас вот графики по чуть-чуть, они пока не ползут никуда, да. Поспешил я обратиться туда. Подходят у нас крипы под тавр. И вот когда крипы подходят под тавр, нужно прогонять Фуриона. Нельзя ему давать этот фарм забивать, но Shadow Demon у нас тут разбирается с крипами. Такая нестандартная ситуация, да. Shadow Demon убегает от крипов, а Фурион крипов еще под тавр забирает. Ну, красавчик, получил 3-й уровень, по ластхите тут что-то уже 6-0 у него имеется. В 2 раза лучше дела, чем у кентавра. И он заделает весь левел для суппортов. Видыш, которому левел нужнее всего, он у нас бегает первого левела. Ну, сейчас второго. Это очень мало. В медле Брюмастер цепляет Марча. У Марча огромные проблемы. Прилетает сюда Фурион. Пытаются навалить, но не получается. Есть уже СЦП. Шадоу Демон летает там. Пытается... Это минус. Минус вайпер. Тычечка будет от Фуриона. А! 2 Видыш. ХП! Видыш начинает накручивать, прогоняет у нас одну панду, прогоняет у нас Фуриона, один и второй герой убивают, и это на самом деле блестящий сейф от MVP. Панду у нас дальше тут бьет по земле, показывая, что с ней шутки плохи, врывается кентавр, и вот кентавр нашел для себя дело, которым можно заняться, можно наказать Фуриона. Да, Фуриона наказали за то, что он побежал не туда,
Поворот не туда был, Фурионом. Блин, 2 хп осталось у Вайпера. Реально, просто 2 хп. Ну, Вайпер выжил максимум из этого дела. Стики он произвел в самый последний момент, когда в него летела та самая тычка. Ну и вообще, то есть, нападать на Вайпера — это не самое благодарное дело, потому что у него пассивка. Причем он уже, ну, левел довольно-таки замашен. Также есть у нас Shadow Demon, есть Визаж, и спасти его мог на самом деле вообще кто угодно. Снизу врыв на кентавра, врывается на кентавра, начинает его кусать, на экспорт начинает это делать, но заканчивается речь, и кентавра прогнали. Да, ему придется. Хотя нет, у него транквил, он может постоять сейчас секунд 20 под тавером, порегениться. Давай, скажи, что это ужасный айтем. Не, на самом деле сейчас это отличный айтем для кентавра, потому что, как мы знаем, кентавру, ну, он... Ему не нужны арканы, да, потому что у него нету особо маны, ему мана нужна только, чтобы дать хофстомп и ультимейт, все. И при этом он еще может обузить Транквилла тем, что он их выкладывает, подошел, ударил по фарму крипов дабл-эджем, вложил обратно и пошел регениться. То есть, на самом деле, лучший артефакт для кентавра. Тут у нас Shadow Demon ищет, чекает руну, дальше ищет, чем бы себя занять, ну и Фуриона у нас слегка отпустили, да, Фуриона у нас и дальше развлекает саппортов на Харлейне, вот тут Визаж перепуливает крипов, нужно зайти Фуриону и забрать, для себя чуток, вот пеньки работают, старается перепулить, но пока не получается, да. Что, у нас... Next, я так подозреваю, сейчас появится Мидас? Да, Мидас будет пока самый лучший вариант, потому что еще минут 5 он будет стоять и фармить, пока у Брюмастера нету Блинкдаггера или у Сенкинга, на X бесполезен, как герой по карте. И нужно обязательно дождаться сей артефакт. Единственный момент, если бы на X купил физы, то он бы кентавра, скорее всего, бы на верочку забирал. А так, чуть-чуть ему дэмэджа, но не хватает. У кентавра еще уровень появится стампеда, и сможет он спокойненько убегать из таких заварушек. Да, если мы глянем на пик, то он сможет вообще спокойненько убегать из любой заварушки, потому что станов там один стан Сенкинга. Ну и ладно, брюмастер камень может метнуть в ультимейте, это предел. Ну ты уже убежишь тогда в этот момент. Тут у нас пушит вверх, Фурион и дальше начинает раздраконить верхний лайн, но крипов подошло прилично. У нас пинки переигрывает на себя крипов, и MVP лучше всего просто пойти набирать левел, потому что очень тяжело. Они пушат вышку, в принципе, под аурой луны неплохо оранжевые саппорты напиливают, и... Вышки сгрызли. Да, напиливают, но не так жестко, потому что Фурион у нас в ответ тоже получает левел, пеньки защищают, подходит у нас сюда Сенкинг, вот это интересно, то, что Сенкинг сюда подходит, видимо, будет защита, да, Найкс у нас купил ТП, также ТП у нас купил Дазл, и в очередной раз у нас могут наказать врывателей под тавер, как это любят делать MVP, и MVP это надо учитывать, потому что у кентавра, вот у кентавра нужен шестой левел, есть шестой левел, и теперь MVP могут быковать. Они могут развести на ТП-шке, это очень важно, потому что если кентавр останется один, то он там... А кентавр собирается ворваться, наоборот, них, он прилетает сейчас на топ, и под ультимейтом, скорее всего, ворвутся сейчас Фурионы и цепанут. Пошел бим. Кентавр учитывает опыт прошлой игры, да, они начинают теперь делать все вместе, при этом у нас еще Брюмастер имеет ТП, имеет ДД, у нас все имеют ТП, я чувствую, у нас вообще может сейчас быть замес. Сейчас экшен на топе может быть знатный. Лютый замес, да, у Луны очень мало маны, то есть она вот переключает ПТ на ловкость, на интеллект, на силу, и в итоге вот Сенкинг. Врывается Сенкинг, видит кентавра, врывается на кентавра, но это так себе, врывается у нас панда, катует, да, вот это врыв от ребят. Это анврыв. Да, это анврыв, и в итоге Вайпер у нас стоит на фрифарме, панда сейчас начнет бегать, терять свое время. Ну и MVP более-менее молодцы. Да, они противника на нужные ТП-шечки развели. Сейчас будут подпушивать низ, у Фуриона у нас также нет ТП, потому что он улетел в центр. Ну и MVP вообще молодцы, вот и пик MVP, он будет слишком силен в лейт-гейме. А Фурион, ДПСер слабый. Вот есть Дазл, да, но из-за того, что у Фуриона очень мало ХП, он слишком слабый ДПСер вот в такой ситуации. Есть танки, и только если он впакует себя в 6 слотов, все будет хорошо. С Найксом Дазл работает очень вяло, потому что Найксу вообще пофиг на минус армор, он обычно жирает героя своей пассивкой, да, фистом. То есть это не так сильно. И плюс самому Найксу армор он не так сильно помогает, потому что обычно его забирают там прокастом, нюками, ну и вот это дело такое. Поэтому в лейте MVP у нас просто неостановимы. И нужен блинкдаггер, нужно завязывать с такими врывами, потому что, как мы видим, врывы неэффективны, когда ты не можешь там... Зацепить никого. Да, никого зацепить, и нужно паковаться. На X у нас уже имеет Мидас, он пакует армлет, и вот этот тайминг под армлет под блинкдаггер панды, он будет самый четкий в этой игре. Фурион пока продолжает паковаться. У Фуриона заделаился слишком жестко. У него только один сапог и больше ничего. Вот только сейчас появился ультимейт.
Тут у нас кентавр вообще стоит сверху, начинает буковать. Вайпер собирает Мекку, кстати, уже очень сильно перефарм. Ну и вообще MVP полюбили Вайпера, прошу заметить, слишком сильно. Вайпер очень силен. Во-первых, вот он трудноубиваемый, во-вторых... Такие герои ему, да, в принципе, кроме Найкса, не делают ничего своими ауешками и прочим. И Луна. Луна у нас бьет тавр, Синкинг, давай, давай, давай. Добивай, нет, не получилось добить. Подходит кентавр, дает стан, начинает бить, но врывается панда, врывается Найкс, дает эклипс Луна. Луна у нас умирает, также умирает Фурион, идет Вайпер. Вайпер он нужно кидать. Нужно кидать Вайпер Страйк. Кидает Вайпер Страйк. Найкса очень больно. Найкса. Если нет, пытается уползти, ныкается, тэп-аут. Он тэп-аут получится. Найкс у нас убегает, бегут у нас мишки. Пошел булыжник, визажу по голове. Мишки у нас нашли визажи, но визаж у нас уходит. Теперь у нас панда в опасности, потому что у нее нет блинка, у нее нет ТП-шечки. Заходит Шадо Демон, да, визажи нужно держать на расстоянии. И подходит Вайпер. Не, Вайпер вообще в ту злупил куда-то подходить. Они вообще забили на... Забили на панду, реально. Забили на панду, хотя бы яд кинь и проверь, друг. Неужели панда сейчас... Вот это нычка, ты посмотри, какая панда ищет чем себе заняться. Молится. Она молится, чтобы ее не нашли. Но Шадо Демон, оп, и все. Шадо панду у нас в итоге убивает. Начинает падать Шадо Демон. Чуть-чуть не убил у нас Шадо Демона. Врывается у нас Вайпер, и все. Пришла кровавая расправа. Началась у нас 131 золото, кстати, забирают с доминейтинга. Да, разобрались у нас пацаны. Эх, ну и для MVP в очередной раз хороший размен. Тавр забрали, забрали у нас Фуриона, забрали у нас панду, отдали только Луну. Вот. Ну и Луна при этом нашла чем себе заняться. Да, у Луны тут есть занятие, которое принесет огромное количество золота и опыта. Да, только вот рановато она пошла сюда, потому что ну, нужна хотя бы этот... Мунглейв нужен хотя бы левел 2 или 3, потому что сейчас демаджа она дает этому... Маловато. Ну, сейчас пойдет, наверное, получать. Фурион у нас пакует Мидас. И вот сейчас, кстати, вот очередной раз у нас Мидас у Найкса, Мидас у Фуриона. И это сигнал, что если что, MVP могут выиграть. Ну, MVP они могут выиграть перефарм. Но у Сенкинга вот сейчас есть Блинк Дагер. И у панды есть Блинк Дагер. Двоякий момент. У тебя Мидас, ты как бы и не хочешь драться, но у тебя есть блинки, и ты хочешь драться, поэтому. Ну, драться могут Найксом. Найкс сейчас армлет скоро, наверное, будет. Или нет, подожди, это барабаны, скорее всего, будут. Да, это будут барабаны. И вот сейчас для Эра момент четкий, чтобы гангать. У них есть два блинк-даггера, с которыми они могут гангать в любой точке карты. У них есть мидасы, с которыми тяжело выигрывать замесы. И нужно сплит-пушировать. Вот Фурион у нас начинает пушить вверх. Где? На X у нас начинает пушить низ, а для MVP самое четкое в такой ситуации это идти и выигрывать замес, потому что у них в общем... Запрыгнул, панда, эпицентр, у Марча проблемы, Марч про Изумеку, рассказ от визажа, Марч погибает здесь, скорее всего его просто догрызут, Вайпер Страйк, Джонни, еле живой, пошел Грейв, выживает. Да, первый очередной удавшийся ганг, он исполняется великолепно. Панда у нас бежит за Шадо Демона, поднимает Шадо Демона. Тут выходит в спину Найкс, нападает на Визажа. У Визажа заканчивается Грейв Чилл, Визажа также забирает, никого нет. Подходит у нас Луна, дает Эклипс, но... Тринты! Тринты! Часть Эклипса у нас уходит в пинки, Луна понимает, что надо бежать и убегает. Размен у нас 2-1, отличный размен для Эру. Ну сейчас еще и вышка должна падать. У нас, да, падает вышка, подходит кентавр. Кентавр у нас в позиции, но никого нет. Ультимейта у кентавра уже нет, ворваться будет достаточно трудно. Да, он может сейчас застанить двоих, если у него есть дагер. Да, есть дагер, запрыгнул, цепляет дазла. Грейва нет, минус дазл. Нападает на дазл, также у нас бежит Найкс, прыгает он в панду. Отличная реакция у нас от панды и... Найкс внутри панды. Да, вот это, кстати, на самом деле очень опасный момент был. Чуть не родила у нас сейчас панда Найкса на ровном месте, но успел уйти. Родила, значит, рикса там, как там, не то сына, не то дочь. Ну и теперь у нас MVP забирает тавер. Нужно продолжать гангать для Arrow. У нас врывается у нас, ну это на самом деле очень опасный врыв. Также врывается у нас панда, бежит у нас Найкс, сейвит, вообще сейвит у нас панду. Найкс должен сгрызть Shadow Demon, там много минус армора. Да, сгрызает он Shadow Demon, рассказ от визажа, но дазлает не так критично. Да, Сенкинга у нас в итоге забрали, ну, размен в итоге получился в пользу, а сверху... Очень даже неплохой, ты посмотри, какой клэп цепляют Луну, Луна отсюда не уходит, визаж тоже может не уйти. Да, здесь open bounce, минус визейдж, могут еще и потыкать фамильяров, нет, отпускают. В любом случае, 2 в 3, и ключевых героев забрали, минус Луна, минус визейдж, Найкс при этом всем жил и убивал. Да, и нереально драться без ультимейта кентавра.
У нас все бегают, бьют очень больно, и убежать невозможно. Да, там очень сильный слоу, там есть клэп, есть open bounce, есть poison touch, и все это замедляет скорость передвижения, а Найксу единственное, что надо, это ковырять. Если ему дают ковырять, хацап, царап, и все. Ну, нормально ковыряет, я так скажу. Героев хорошо убивает. И вот пока у нас такие замесы идут, пока, ну, на самом деле ситуация все еще продолжает быть ровной, да? MVP у нас, несмотря на то, что они проигрывают, они отжимают приличное количество тауров, заставляют противника оттягиваться на свою территорию и начинают забирать свой лес. Появляется Мордиган у Найкса, инфест, здесь есть дагер, есть подкоп, и сейчас кого-то цепанут, то это может быть... Да, это сейчас очень опасная инфест-бомба, потому что Фурион у нас пушит низ, также у нас пушится линия сверху, панда бегает неизвестно где, и VP сейчас просто в раздумьях, куда же им идти, и они понимают, что вместо того, чем защищаться, лучше тогда атаковать самим, потому что если они будут где-то вчетвером впереди, то бомба не сработает. И в итоге, что мы с тобой видим, да, бомба пока не работает, они стоят на месте. Не хватает вот героя, чтобы пушил лайн, потому что очень медленно пушится лайн. Вот единственное... Ну, прилететь сюда Фуриону надо. Прилетать туда Фуриону, вызывать трендов и отправлять их на вышку. Я понимаю, что, конечно, это байт именно на фарм, вот этот, который здесь стоит, чтобы он сюда пришел и Санкинг выпрыгнул, но так можно и год простоять. Да, да, так можно и год простоять. И вот панда идет на нас пушировать. Пока у нас панда пушит вверх, у нас Фурион пушит вниз, и расстановка отличная. Четыре героя. Зато в это время MVP забирают Рошана. Да, с медалькой. MVP вообще делает отличный мув, то есть у нас сейчас Эрол даже не догадывается, что у нас здесь происходит. Теперь догадывается, фамильяр подлетел, привел крипов к Рошану, и, скорее всего, но, как-то это все просветило. Но Рошана забирает очень быстро. Нету тавера у нас на центре, тавер которого забрали, и в итоге MVP у нас начинает потихоньку убивать. Только где фамильяры? Где у нас летают фамильяры? Вижу же. Вот они тут еще немножко втерпают, и отлично. Рошан есть. Есть у нас Рошан. Найкс у нас дальше бегает, сидит в Санкинге и ничего не делает. Я зато уже, не пешком. Я уже чувствую, что он Мидас хочет завязать, но не может. Оно ради этого не стоит вылезать. Ну и вот, да, первый минус Найкса с Мидасом. Инфет-бомба работает, ну, не самым лучшим Надо образом. Что-то другое. Ну и вот смысл, как бы... Правда, он уже откатился. Ну, он откатился еще раньше, если так сказать. Знаешь, так залезать в инфест-бомбу только по кулдауну Мидаса. Не, я про сам инфест. То есть, он выполз, и одна секунда кулдауна на 5 может зависеть. Да, и он мог, на самом деле, с этим инфестом реально в драке круто замыкать. Дабл инфест — это очень сильная. Это очень сильная бомба. Врывается у нас Марш, у нас гонится за Дазлом. Дазл дает минус армор только на одного Вайпера. Тут гонится у нас Найкс, прыгает на Марша. И у Вайпера огромные проблемы. Нужно точно спасать Марша. Марша у нас спасли. Врывается Санкинг вообще в никого. Тут бегает Кентавр, готов прыгать. У нас Кентавр прыгает в Найкса, начинает бить Найкса, идет Луна, отличный клипс, хороший рассказ, начинает бить Дазла, начинает... Грейв, на кого повешен? Грейв сейчас бегает, земляная панда с миллионом армора, и под Грейвом Дазл должен был сейвить себя... Забирают у нас Визажа, также фокусит панду. Фуриона очень больно, Фуриона забрали. Найкс бегает очень далеко, не хочет врываться в драку. Санкинг остался один, врывается Найкс, начинает бить Кентавра, но подходит у нас есть Луна. Сейф. Отличный сейф от Шадо Демона. И бегут фамильяра птички. Не отпустят. Бегут птички, у Луны нет маны, чтобы дать бим, но у нее высокий МС. У Найкса сейчас будут заканчиваться фейзы, гонится Шадо Демон. Сзади в спину тем временем выходит Санкинг панда. Всю эту движуху разбирают, и Луне надо бежать. Она ей будет очень тяжело с этой пандой. У нее Аегис, да. Она не паникует. Тут Найкс грызается. Шаттл демона, маны у него больше нет, чтобы сейвиться, и он погибает. Дабл кил. Все-таки надо бежать. Есть бим, так, давай. Некуда, там Санкинг панда, с другой стороны. Панда, три яда есть у панды. Три стака, вот эта троечка. Фамильяр, есть атака, взрывается. 808 золота. Ну, приличная драка. Причем очень приличная драка. У нас MVP так вот хорошо отколупались. Да, учитывая они потратили, кстати, Аегис. Да, учитывая то, что Вайпер стрял вообще на ранней стадии MVP. Там Вайпер классно засейвил Шаттл Демон, и потом его очень длительное время не могли убить. Он резнулся, вокруг него стоят иллюзии, Найкс подползти не может из-за того, что там деревья или еще что-то. И по итогу Вайпер стоял, раскидывался еще огромным количеством дэмэджа, а убить его не могли. Да, Вайперу нельзя встревать вот под стан, потому что если Найкс дойдет и Вайпер не успеет кинуть в него Вайпер страк, то это все, это Вайпер минус фактически сразу. Но если Вайпер будет сохранять дистанцию и под ультимейтом Кентавра у нас Найкса кайтировать, то есть сможет убежать, то Найкс будет полностью, а точнее Вайпер будет полностью Найкса затыкать. Это очень сильный каунтер вот на данный момент. Что Орол по графикам выигрывает чуть более 1000 по золоту, по XP. Мидасы. Меньше 500. Да, Мидасы. Но это единственное, что вот Мидасы свое дело делают.
и сейчас. Ну, 1000 на 20-й минуте это... Это очень мало, да, учитывая то, что для Arrow нужно давить, потому что лейтгейм у них, увы, но он не слишком сильный. Все-таки два агильщика стрелка плюс визаж, они убивают в лейтгейме и пант, и Найкса просто там затыкают через кайтинг кентавры и шадо демоны. И ну, пока у нас MVP, ну, защищаются очень дерзко. У панды через 300 золота будет агоним, что, в принципе, немного ухудшит. Это очень опасный момент, да. Но тут уже вопрос фокусинга. Если MVP смогут зафокусить красную панду, то... А они ее зафокусить могут, то агоним, он... будет остановлен. И вот такие моменты, думаю, что вайпер лучше всего купить Густав, потому что, вот, по-моему, Густав решит вообще половину проблем, но... Да, если бы не такой Shadow Demon, то проблем бы был огромный вайпер, он бы уже заколупался дохнуть. Но у нас вайпер покоится в Ганим. Хочет он быть максимально полезным своей команде, принося себя в жертву, начинает бить тавер. Тут у нас подходит команда, дает минус армор. Нужно просто забрать тавер и бежать. Забрать тавер, бежать, под минус армором нельзя драться. Но нет, Луна у нас идет вперед, Санкинг кастует ультимейт. Неплохой. Должен быть под сейф. Врывается кентавр, врывается панда. Луна у нас дает ультимейт, но Луне очень больно. Сейчас может умереть до ультимейта. Она зря прожала БКБ. Она сейчас станет после Аегиса без БКБ. Да, тут у нас Дазл вешает грейс на себя, уходит, врывается. Отличный у нас Сунгип, убивает у нас вайпер, также у нас бегает Найкс, у него откатывается Рейс, сейчас будет дальше врываться, спадает Луна, идет Найкс, но Найкса убивает очень сильно. Так, ты смотри, какой дэмэдж дает у нас Визаж просто тут неостановим, делает трипл килл, браво, Визаж, у нас врывается Шпанда, начинает, нету маны у Панды, не может никого она остановить, и в итоге просто убегает. Все ты паузами, 3 в 4 драка, но с учетом дропа Егиса 4 в 4. В любом случае, проблема в том, что здесь выжил Визаж. Визаж наколупал огромное количество золота, Визаж, у него 200 на руках. Визаж просто всю катку сейчас сделал, потому что эти птички, они сделали, наверное, все, что возможно. Они дрались, эти птицы, они подрались, потом он их перезвал, они опять дрались, и в итоге он чуть ли не в соло запинал Найкса. Вот третий кэрри команды MVP. Ну и сейчас появится какой-нибудь плейтмейл, скорее всего, или же что-то другое будет собирать. А, наверное, Аганим будет, Аганим, наверное. Да, точно, поинт-бустер появляется. У Фуриона появляются вторые Некра. До третьих не так долго. MVP у нас дальше защищаются, постепенно они доживают. Потому что я на самом деле ожидал, что если сейчас будет драка там с Пандой под Аганимом и Найксом, то Панда там вообще все разорвет. Но, увы, дэмэджа там очень сильно зарешала Егис Луны. То есть они очень много фокуса в нее потратили. Она после этого всего встала и типа, ну а что? Если бы она еще БКБ не прожимала перед смертью Эгис, она бы встала с 10-секундным, наверное, да, с 10-секундным БКБ, и она бы расшатала там всю катку. Да, и вот мы сейчас так смотрим на команду MVP, понимаем, что им нужен форстав, и кентавр красавчик. Кентавр сделал этот форстав для того, чтобы спасать своих пацанов против Найкса вообще, да, потому что Найкс у нас делает башер, и делает он, в общем-то, правильно, понимая, что этим ДПСерам вообще нельзя давать ничего кастовать и вообще что-либо делать. То есть нужно дать бурст до их ультимейтов. И ты так смотришь на этот пик, ты понимаешь, что Shadow Demon здесь просто герой номер один, таргет номер один, его нужно со всех сторон убивать. Сразу. Его вообще нельзя оставлять живых, то есть он сейчас на самом деле поярче Дазла будет, потому что сейвит он очень четко. Тут у нас Найкс прыгнул с Санкинга, видит Марча. Марч у нас в опасности, но есть рядом вся команда. Подходит у нас вся команда, Shadow Demon, где ты? Shadow Demon нет, бьют у нас. Ультимейт кентавр. Вот он, Shadow Demon. Вот он, Shadow Demon, подходит Луна, у нас Луна подходит, начинает раздавать. Очень больно у нас Фурион в засаде. Отличный. Очень хороший эклипс, но у нас Луна одна, на нее подходит Найкс, и нужна хоть какая-то поддержка. Врывается у нас Сенкинг, отличный стамп по 2, и -3. -3 врывается у нас на Визаж. Визаж тоже погибает, на нем тьма минус армора, это -4 на одного Фуриона. Очень жестко, идут еще за Шадоу Демоном, будет дагер, есть подкоп, цепляет Шадоу Демона. Вот так, как эта комбинация должна работать, как эта агрессия, она окупается, то есть ребята нашли свою жертву, убили, ну и могу сказать, что Марш у нас загульный парень, да. То есть он загулял без Шадо Демона, а без этого героя нельзя гулять. Шадо Демон успел, но он успел подсейвить его на таких лоу хп. Он его подсейвил, когда уже кентавр дал свой ультимейт, и, мягко говоря, он его просто убил, потому что вайпер под ультой кентавра спокойно уходил, а в итоге он его остановил в этой ульте, и все. И не пошло, да.
Что, это огромное количество вышек, соответственно, и золото сейчас упадет в копилку Arrow Gaming. Уже мы видим, как ломанулись графики после этих минус 5. Сейчас еще вышки посчитаются. Эта вышка тоже упадет, фортификейшена нет. Найкс фуловый, все, в принципе, фуловые. До ультимейта единственной панды 45 секунд. Вот это время они сейчас где-то покачуют, а потом могут продолжить то, что делают. Да. ТП у Луны с каждым файтом все меньше и меньше. И слишком сильный артефакт сейчас у нас очень скоро будет у Найкса. Да, это будет Abyssal Blade, если он захочет его завершить. Мне кажется, что он Кирасу будет собирать, потому что у него сейчас появляется Гиперстоун 1400. Да, он не хочет делать Abyssal Blade, он верит в силу своего баша, что он просто противник не упустит и станет. Да, ну и на самом деле вера — это очень хорошая штука тут у нас. Смотри, видит Луну, Луна очень дерзкая, у них нету Эклипса. Без Эклипса им, ну, делать вообще нечего, но ребята отступают. Да, у Панды кулдаун всего 10 секунд. Сейчас нужно закупиться всей команде, и вот это пик, это еще жестче пик, то есть все, сейчас нужно просто идти и базу ломать. Да, панда потихонечку идет к рефрешеру, и она к нему в принципе придет. Она в принципе, наверное, у нас Луну в соло убьет, при таком раскладе. Да, он любого здесь в соло убьет, может даже один в два может подраться, потому что Эклипс ему ничего не нанесет, опять бомб инфест, опять Сан Кингом и... готов врываться. Второй эпицентр уже есть, есть форстаф, он, если что, окажется в любой точке нужный. Пошел эпицентр, и марч, опять. В очередной раз нашли марч, начинают бить только марч. Только теперь его уже не успели засейвить, Shadow Demon летает, как только приземлит, его просто на X 2000 сожрет. Себя, но это ничего не меняет. Да, у нас бегает панда, у нее 154 дэмэджа. Она сейчас, смотрите, набегает Луну, начинает ее ковырять, ковыряет ее очень больно. Луна у нас убегает фактически сразу. Эклипс просто в сумонов, Эклипс в некробук, но почти убила себя. Тем временем забрали визажа, нападает Макс, на вайпера. Макс, байбека, ну, без шансов. В секунду, да, сжирают, то есть у нас просто не хватает четкой защиты от MVP. Каждый раз кто-то умирает, даже Shadow Demon ничего сделать не успевает. И... там очень четкий врыв был через дайгер и форстаф. Сан Кинг оказывается, блин, у него рейндж просто неимоверный получается. Подкоп, дайгер, форстаф, и он, грубо говоря, через пол экрана или через полтора экрана залетает и цепляет. Что это минус одна сторона, скорее всего, потому что, не, вообще есть Луна, она может еще пытаться подефать. Да, она может... в любом случае миличный барак отвалился. Да, она может подефать, но как-то без Шадо Демона и сыкотного. Да, есть Шадо Демон, есть Кентавр, Кентавр нас убегает, и теперь минус один барак. Вот MVP, у меня огромные вопросы к Маршу, почему он танкует без Шадо Демона? Почему Шадо Демон находится где-то вечно в жопе, и Шадо Демон использует форстаф не для того, чтобы вайпера вытолкнуть, а для того, чтобы себя подтолкнуть вайпера, чтобы его засейвить, то есть это, ну, как бы это просто, стоит вайпер, да, ты стоишь, ты умрешь за 2 секунды один, какая бы пассивка у тебя там тебя не под была, это по барабану. На Эксу вообще пофиг, да, и тебе нужна защита, ну, так сделай все по-человечески хоть один раз, учитывая, что ты стоишь у себя на базе, и тебе вообще делать нечего, кроме как сохранить позиционку, в итоге... Рефрешер появляется у Брюмастера, да, это в итоге это просто заби на самом деле. Ну, он сейчас один может разложить пол команды в соло прям. Вот прям запрыгнет, два ультимейта пройдут по кулдауну, им нечем будет законтрить этих панд. Там, я не знаю, земляная развалит лица. Да, он может танковать себе одним ультимейтом весь Эклипс Луны, потом еще танковать вторым ультимейтом убить вообще Луну, то есть сделать вообще что угодно. Посмотри, какая армия у нас идет сюда. Патрулировать территорию, хорошо, ребята. Хорошо отреснулся. Я думаю, да. Следующий файт заключающий как раз таки на нем и будет. Я думаю, что для MVP вообще самоубийство идти на Рошана, потому что Найкс там за 2 секунды убьет все. Вот все, что рядом Найкса, будет. Да, у Найкса Кираса, Брадиган, 200 с лишним атаки, а так спид просто бешеный. У нас теперь небольшая слабость для MVP. У них два форстафа, но они их вообще не используют драки. Фактически это 4000 в никуда. Ну, а у Эру все замечательно. Все артефакты, они пакуются исключительно за замес, мейки, тут... некое 3, кирасы и все остальное. Даже форстаф Сан Кинг он уже окупился, даже предыдущей дракой полностью. То есть так заехал по двоим, эпицентр раскастовался, добро пожаловать. Так, ну где мы видим вайпера, где Шадо Демон? Вайпер теперь вообще стоит возле тысячи. Мне нравится, где Шадо Демон смотрит. Смотри, где Шадо Демон стоит. То есть тут уже даже вопрос не к Машу, а к Шадо Демону. Где он вообще бегает, что он хочет сделать? Он пытается взять агрессию на себя, чтобы вайпер в этом замесе выжил. Чтоб он дал свой ультимейт в рейдж Найкса в кои-то веки. Ну и забирает Рошана, и на месте MVP сюда вообще лучше не приходить, потому что они их убьют. Но на Иксу лучше Рошана бить, потому что одна панда, да, будет бить его долго. Вот мы начинаем пилить. Ну и все, MVP заняли деф-стойку.
А смысла занимать здесь дэвстойку нет? Смысла вообще никакого, да, вот момент, когда вы сидите и ничего не видите, ну, есть вариант хотя бы побежать куда-то впятером и хоть куда-то, например, хотя бы наверх пофармить, потому что если вот так вот сидеть, то вот так вот, да, то противник заберет всю вашу карту, вообще это всю. Это лес, это свой фарм, это последние Т2 ТВРа, это все будет под контролем оппонента. Ну, вырастет нетворс еще на 10 тысяч, они получат айтемы, которые необходимы, абузал блейды, там, я не знаю, БКБ кому-то, и просто зайдут, снесут через А, отправить. Ну, все. Вот они вот сейчас так и делают, заходят они через А, в этот раз у нас прыгает кентавр, начинает бить на Айкса, очень больно на Айкса, у Айкса нет Аегис, нужно прыгать, нужно такси, так, эпицентр, у нас Варвар Сан Кинг, эпицентр ни в кого, прыгают на Шэдоу Демона, отличная позиция, но бьют у нас, на Айкс бьет очень больно. Панда разваливает просто в мессину, Марш пока живой, но минус армора, просто тьма. На Айкс у нас умер, также у нас панда бежит, панде надо умереть, панда у нас умирает с Аегисом, нужно по таймингу, ну-ка, раз, два, давай, кентавр, нет, панду у нас дала по таймингу. Второй ультимейт. Пошел второй ультимейт. Другая врывается с кентавр. И это провал. Дальше на базе драться очень опасно. Да, очень опасно. Ну что опасно? Подожди, кентавр сейчас упадет. Есть ли булыжник? Булыжник есть. Кентавр прыгивает. Кентавр у нас ушел. Это просто ультимейт ни во что. Забрали только одного визжа. И теперь 180 секунд этого рефрешера ждать. Да, у нас тут убегает панда. Ну, Найкс слишком сильно перебаковал. Я-то думал, что Аганим. Аегис ему отдали, поэтому он стоит спокойненько, типа, бьет тавр. Сейчас на меня ворвутся, потратят 1,2 миллиона спылов. А потом я встану и разобью всем лица. Не, вообще, то есть я могу повторить, успех Эрл был когда? Когда они прыгали с инфест-бомбой в противника. А тут у нас Найкс подходит вообще на морозе. Потерял 70% хп. Прыгает не у кентавр, он речь не жмет. То есть его в итоге метят все команды. Причем они сами MVP не ожидали, они думали, они сейчас разведут на рейдж, потом, когда кентавра застанил, они такие, опа! И все такие, подходим. Ну и в итоге Найкс у нас в панду убежал. Но когда он убежал в панду, то у него уже было слишком мало хп, он вылез из панды и просто погиб от дэмэджа за секунду. Не сделал вообще в драке ничего. Ну и теперь у нас MVP каким-то образом начинают. Да от, ничего отковы... не начинает, на самом деле график вообще не дернулся. Но более-менее отковыривается, потому что у нас у Луны уже есть 2800 и нужен Гилсонг. Сейчас нужно MVP паковаться просто до упора, чтобы хоть как-то файт можно было выиграть. Нужны бабочки, да, срочно на всех героях, потому что КБшек пока не придется. Хотя бы талисманы. Ну или талисманы, да, талисманы зайдут тут четко. Кстати, какому-нибудь Шэдоу Демону Гост бы не помешал. Фуриан у нас хочет завершить Хекс, понимает, что нужно держать контроль вот самых важных героев. Да и вообще будет здорово, когда прыгает кентавр у вас, а ты ему даешь Хекс до стана. Это, ну, при хорошем микроконтроле это очень сильная тема. Да, и забирает свои леса. Дазл у нас отпатрулировал всю территорию, остался у него последний пункт, чтобы снести варды с гемом. Ну и в очередной раз MVP стоит на своей плейне карты. Ну и упадет Т2 на топе, определенно упадет, дефать нечем, ульт Фуриона пошел, покупает он себе хекс, 500 еще на руках, кого-то цепляют, да, иллюзию разбомбили тут на медле. Интересно, что дальше будет собирать у нас Блювмастер. Это интересный выбор по артефактам, у него нетворд почти как у Найкса уже. Я не знаю, чего может собрать. Ну, Шиву может собрать. Да, под рефрешером тоже дважды используешь ее. Тарасочку, если он захочет танковать. Хекс можно будет вообще сделать, чтобы дополнительный контроль иметь. Потому что под рефрешером это все рефрешится, и на самом деле получается довольно жестко. Врывается запрыгнул у нас панда. Запрыгнул в марча. Должен быть сейф. Рано очень подсейвили, там минус армор настакается, его почти не у нас два блокинг бара, панда у нас без БКБ, врывается Сэнкинг, дает эклипс. Сэнкинг у нас убегает, тем временем Фурион очень больно, Фурион фактически сразу умирает. Продолжается движуха Пепси, Луна. Эпицентр успел скастовать, но он не по кому, чуть-чуть сдевает визажа, визаж. Найкс воксит кентавр блестяще убегает на форстафе, вообще делает ТП аут. Второй у нас рефрешер пошел от панды, и нужно забирать хоть что-то. Да, забирает у нас пока в это время тавер, панда гонит всю команду под базу. Очень больно вообще бьют эти панды, я смотрю. Бараки упадут. Боже мой, сколько этих пандем же это. Начинает бить базу, Найкс бьет рейнджо, бьет миличный барак, но он его добивает. Шэдоу Демон дает дизрапт, и Найкс нужно делать ТП аут. Речь ТП аут? Нет, он просто нападает на Луну, начинает он ее бить, но не хватает ему дэмэджа, гонит его кентавр, гонит его видж, гонит его вся команда. Ну-ка, Фест. Прыгать. Такси! Не самый лучший вариант. Такси не сработало, но отличный размен. Разменяет он на кентавр, также у нас идет гулять дальше, забирает они видж. Шэдоу Демон, что ты здесь забыл, братюня? Толкайся форстафом, да, толкайся форстафом. Тут сейчас дагер будет через секунду. Не пошел врываться дальше, просто будет добивать Джоуи барак. Это вторая сторона команды MVP сейчас осыпается. Луна пытается бимами засейвить, но барак
так не регенится, поэтому его добьют просто крипы. Гуля старается выжить, она тут убивает всех миллиардов. Птиц, начинается панда, прыгает панда, начинает бить, раздавать всем бесплатное пиво. Марч пытается уйти. Ну все, минус ранжевой барак, вторую сторону закончили, можно переходить к третьей, можно отойти, подождать откатов, рефрешеров и ультимейтов и зайти уже на третью сторону. Дефать будет очень трудно. В любом случае, две стороны, причем разных, уже пушатся, Т4 будут страдать, регенить их нечем. Поэтому потихонечку MVP приходит Габелла. MVP приходит, да. Вот ты смотришь нетворс, можно оценить нетворс вайпера. К чему у нас вайпер приходит, да, за 34 минуты у него вот артефакты вообще не меняются. У него как была эта мека на 15 минуте и шарик на 20, так у него фактически это осталось. А все почему? Потому что нету сейва против Найкса. Я в такой момент вообще думаю, друг мой, купи гостав, пожалуйста. Я тебя умоляю. Потому либо что... не стой так, чтобы тебя цепляли. Ну, либо да, либо делай все красиво, но не так, как это было. У них есть кентавр. Кентавр может потанковать какое-то количество дэм. В любом случае, его и как-то подсейвить, наверное, попроще. Но не вайпер. Вайпер, ну да, вайпер это дамагер. Вайпер это дамагер, у которого, ну, который танковать может только магический прокаст. Но сейчас у нас Aero Gaming, учитывая вот опыт прошлой игры, у них основной дэмэдж это физический. Единственное, кто бьет с ульта, это Sun King, но с ульта он бьет очень грамотно. Он ждет, пока произойдет движуха, и в последний момент врывается. Причем довольно четко. Тут у нас уже... Иван заподозрил, Иван уже что готовится. Уже готовится. Запрыгнул, Шива, пошла. Отличный рейдж от Найкса, кентавр забирает фактически сразу. Тем временем панду у нас соло накручивает на луну. Луне очень... Сафурион, третий некрам, марш в фиксе, пошел эклипс. Эклипс по пандам летает, некрам мекой пытались выхилить. Красный некр погибает от ауры вайпера, и это добивает вайпера. Джонни, еле живой, будет ли подкоп? Да подкоп еще долго, но песочки же, есть песочки. Рефрешер, Шива, ультимейт, ГГ. Да, панда просто великолепно была в этой игре. Однозначно MVP этого матча. Сделал все очень красиво. Наш товарищ. Наш товарищ ДДЗ. 17, он очень сильный. 17-2-16 он закончил эту игру, это просто браво. Я просто вхожу в студию и даю отмашку Ару, они идут и заканчивают. Все, можно, ребят, типа. Не, на самом деле, да, ДДЗ очень крут, он реально тащил. Я вот после первой игры заходил, говорил про то, что он, ну, очень жесткий игрок. И сейчас это подтверждается. У меня вопрос, почему ему до сих пор не дали кинкера, вроде он не был в бане. Он в бане был, да, все, в бане, три игры, да. Все три игры. А, ну тогда все понятно. Вот ДДЗ, его любимый герой, кстати, 7 из 8 игр выиграл он на инвокере. Ну, вообще у него винрейт, вот у нас на азиатских квалификациях такая тенденция, что стоит персонаж какой-то, и у него самые популярные герои имеют там по 50% винрейт, еще меньше. У этого стабильно 71 самый плохой винрейт на ДК, все остальные выше, ну то есть... Молодой перспективный, киллов, посмотрите, 9 киллов в среднем, ну, 8,5 киллов в среднем за игру, 4 смерти. То и есть... при этом еще много ассистов, mm-hmm. То есть он активно наводит движуху, и ГПМ, XPM ровно. Да, очень круто. По поводу этой игры, у меня были только вопросы к Луне, которая ультовала, вот, она стабильно хотела ультовать, когда много юнитов всяких, крипов, там... Когда миллион пант ее бьет. Да, то есть вот... Это ей действительно понравилось, было Эклипс только в это и пускал. Ну и в итоге мы видим, что Визаж вообще был самым полезным у команды MVP, потому что Луна не делала дэмэджа вообще, ее постоянно фокусили, ну и она стояла в опасной точке, а Визаж он просто тащил. Ну вот к этому QO на самом деле достаточно часто такие вопросы возникают, ну иногда... Человек, что ты делаешь, товарищ? Да, Иван, вам надо создать свое ток-шоу вопросов и ответов с профессиональными дотерами. Будет очень популярная тема. Ну вот мы видим сравнение товарища Ланса с QO. Ланс 11.2 на Найксе. Ну, кстати, хорошо отыграл на нем. Ну да, делал он большую часть мув достойно. То есть, если он где-то ошибался, он понимал, что нужно делать по-другому, и в итоге они исполняли нормально. Но в целом я могу сказать, что отличная работа от Санкинга и Панды, которые его доставляли все время в нужную точку. Очень вот это хороший. Офигенное сравнение просто. И вот просто вот лицо Марчи сейчас, вот это 1.9, он такой, ну, бывает прям.
Да, я могу добавить то, что Вайпер, он себя не окупил вообще никак, потому что Вайпер, он, видимо, не знаю, он не знает ли, что, как работает Найкс, но Найкс работает против Вайпера, это как ты вылез, рейдж и все, и Вайпера нет, если у тебя нет Шадо Демона. Причем они использовали свои скиллы так, что Шадо Демон с Кентавром вообще мешали друг другу. Когда Кентавр спасал Вайпера, Шадо говорил, нет, умри, Марч, погибни на равном месте. Да, вот так... Тебе дам за брейскинга в первой игре. Ну да, Марч в этот раз... Кстати, Марч очень, ну, вот самый олдскульный, по сути, кореец. И играет... один из самых олдскульных. И... Да, и почему-то вот там другие пареньки его так обходят, да, по общим показателям. Не, ну как? Не всегда, не всегда. Вот этот Кьо, товарищ, он... Тоже периодически с ним на уровне попадается. Он, за хочет... Я буду самый популярный игрок, меня будут знать все, не тебя. Ну, на самом деле... Не, мне Марч еще нравится. У него задумки иногда... такие очень хорошие, он же у них пикер там. Ну, у него задумки были хорошие, когда вот он был тайтхантером, когда он ходил на хардлейн такими героями, которыми не надо было особо что-то там фармить, микри делать, а когда нужна была стратегическая часть. То есть вот тайтхантер это было вообще на марше великолепно исполнено. И тогда у них реально шло. Или там банша, да, то есть банша ты просто нажимаешь ульт и редклик. Ну и там нужно сайленс повесить там раз какое-то время. И там нужно думать башкой. А вот тут, когда у него была луна, точнее вайпер, вот тут, когда он что-то не додумал, да, потому что он что-то фармил, но в итоге... Простая ситуация, элементарная, она не была сделана ни разу даже комбинацией, вот четко как это происходило. Вайпер вел себя как там, не знаю, как Рэмбо, как Робокоп. Ну, несмотря на все это, он как-то быстро вынес там все свои мейки. Ну, он вынес меку. Он вынес меку быстро, он на вынес, этом все остановилось. Он вынес меку, потому что он стоит в центре против панды, который вообще вайперу ничего не делает. То есть, только он, то есть на вайпере, да, то есть на вайпере тебе нужно, наоборот, панду загнобить, а в итоге панда загноблена не была. Она при этом там вынесла достаточное количество своих артефактов. Вайпер вынес меку, и после этой меки вообще ничего не появилось. Вообще. Он бегал с мекой, потом за 25 минут он на мейн керри к соло миду купил поинт-бустер и огуров. И то это, знаешь, как появился? Это они подались снизу, вот у него и появился этот артефакт. Потом у него не появилось вообще ничего. Ну да, вайпер в полном пивасе проходил всю игру, пробыл, короче. Понятно, ну что же, у нас опять небольшая рекламная пауза, буквально 5 минут, игроки уже заходят в лобби, и четвертая, возможно, решающая карта этого противостояния Arrow против MVP за выход в основной турнир The International. Никуда не уходите. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.